Не покупаю здесь машину в Сочи, потому что мне проще на такси передвигаться, чем искать парковку потом. Нехватка парковочных мест на курорте значительно усложняет жизнь сочинцев и отдых туристов. Власти работают над проблемой. На курорте уже подготовлены схемы новых парковочных пространств. Так, на улице Несебрской появится парковка на 67 машиномест. Здесь установят бордюры на островках безопасности. Это пресечет хаотичную парковку и обеспечит видимость на перекрестках. По поручению главы города Сочи, департаментом транспорта и районными администрациями разработан ряд мер по организации дорожного движения. Разработаны схемы организации парковочного пространства по улице Несебрского. Скажем так, мы максимально увеличиваем количество парковочных мест до 67. Вот. Делаем их с правой стороны, так называемой елочкой. На улице Поярка парковочное пространство упорядочат при помощи устройства парковки параллельным способом. Парковки, конечно, они нужны, потому что сейчас автомобилей очень много, но было бы хорошо, если бы парковки были бы многоуровневые. Они бы занимали бы не так бы много места, и, соответственно, было бы и всем хорошо, и всем приятно, и не было бы столько здесь эвакуаторов. Чтобы пресечь незаконную парковку, на участке улицы Роз между Зеленым переулком и улицей Московской планируют также устроить делиниаторы движения, то есть искусственные бордюры, служащие дорожной разметкой, и организовать новые места парковки. В центре необходимо, я уж не знаю, как оно эстетично будет или нет на улице Роз, но просто необходимо. Вот сегодня ехала буквально и думала, когда у нас наконец сделают какую-то парковку, я не знаю, высотную, чтобы она для жителей была вообще бесплатной по возможности, потому что это очень необходимо. В том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» сейчас ремонтируют улицу Чайковского, где разместят парковочное пространство. Сколько я себя помню, в центре города Сочи припарковаться практически невозможно. Парковочные места есть, но они всегда заняты. А в Адлерском районе парковку организуют на улице Кирова на участке от улицы Молокова до улицы Куйбышева. Обновят парковочные зоны в районе перекрестка Кирова-Демократическая и на участке от улицы Крупской до улицы Просвещения. Еще одно место на 31 машину появится на улице Эпрановской. В Хостинском районе территории для парковки сделают на улицах Октября и Учительской. Только организацией дорожного движения мы не улучшим ситуацию в городе Сочи, поэтому просим всех жителей более внимательно относиться к правилам дорожного движения. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения, так как парковка машин в неположенных местах – одна из основных причин заторов на дорогах. Елизавета Червяк, Дарья Дмитриева, Дмитрий Петри. Время новостей.